Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструмента от компании Aloid NG4218P. Это артикул товара. Набор на 218 предметов. Начнем мы с упаковки. Или вот такая вот накладка на кейсе. Очень яркие цвета. Красивая полиграфия идет. И что указывает у нас производитель. 218 предметов. Хром-ванадиевая сталь, материал изготовления, комплектация. С обратной стороны опять комплектация, только уже в картинках. И где набор сам производится. Это Китай, можно сказать, заводской Китай. Гарантия на инструмент составляет 1 год. Начнем из трещоток. 3 рабочих квадрата и 3 рабочие трещотки. Трещотки на 45 зубьев. Они разборные. Два винта выкручивайте, можно их обслужить внутри. Прямые. Рукоятки комбинированные, резинопластик. Логотип Aloid на рукоятке, на металле, надпись хром-ванадий. Хром-ванадиевая сталь. Размеры трещоток. Большая у нас 260 мм. Средняя 210 и маленькая 155 мм. Реверс и также быстрый сброс и фиксация головки. Два воротка Т-образных под маленькую и под большую трещотку. Длина большого воротка 250 мм, маленького 110. Вороток 250 мм. Также в наборе служит как удлинитель 250 мм под большую трещотку. А переходник вы можете использовать для перехода с 3/8 на 1/2. То есть использовать головки от большой трещотки. Так, далее удлинители. Под маленькую трещотку два удлинителя 50 и 100 мм. Под среднюю трещотку один удлинитель 125 мм. И под большую трещотку два удлинителя 125 и 250 мм. Три кардана. Для труднодоступных мест работать под углом. Так, и теперь головки. В наборе шестигранный профиль головок и профиль торкс. Начнем мы с коротких головок под 1/2 дюйма. Коротких у нас 15 штук. Самый маленький размер на 10 мм. И самый большой у нас 32 мм. Надпись на головках хром-ванадий. Ну и размер указывается 32 мм. И под 1/2 у нас 5 длинных головок. Самая маленькая у нас 16. И самая большая на 22 мм. Далее, головки по 3/8 дюйма. 10 штук. Вот они. Самая маленькая у нас на 10 также. Самая большая на 19. И по 3/8 у нас 6 головок длинных. Размер 10 мм самый маленький. И самый большой на 15. И головки под 1/4 дюйма. 13 головок. Вот они. Самая маленькая у нас на 4 мм. И самая большая на 14. Это короткие. Длинные. 7 головок. Самая маленькая на 4 мм. Самая большая на 10 мм. Это под маленькую трещотку. Так, головки торкс 14 штук, Е4 самая маленькая, Е24 самая большая.
Так, с головками все. Ключи в наборе 12 штук. Ключей. Самый маленький размер 8. И самый большой ключ у нас на 19 идет комбинированный. Так, набор Г-образных ключей, 10 штук шестигранных. И также представлен здесь очень большой набор бит под 3 трещотки. Биты используются с переходниками. И также есть биты, которые уже идут с переходником в комплекте, то есть головкой. Три переходника у нас. Под 1/4 дюйма и под 1/2. 1/4, 3/8 и 1/2. Вот они. Вставляете нужную биту в переходник и можете использовать с трещотками, с воротками. И также в комплекте есть две отверточные насадки. Одна у нас идет 210 мм с магнитом. Вставили биту и получаем отвертку. И насадка 150 мм, отверточная рукоятка. Она используется или головки под 1/4, вы можете одевать на нее. Или через переходник также использовать биты. Биты здесь у нас и торкс с отверстием, и райп, и шестигранные, и крестовые, и шлицевые также есть. И также есть даже квадрат биты. То есть очень много типа размеров. Так, дальше у нас три свечные головки. Размеры 16, 21 головка и на 18. Две головки под 1/2 дюйма присоединительный квадрат и одна под 3/8. Так, с комплектацией все. Кейс. А, еще забыл вам показать две биты. Еще есть торкс. Это Т55 и Т60. Две большие биты. И общее количество бит. Также забыл сказать. Их здесь 104 штуки. Ну и плюс 2 торт, который я уже показывал. Кейс у нас черно-зеленого цвета. Верхняя крышка зеленая, нижняя черная. Запирание на металлические замки. Есть также два ушка для того, чтобы можно было повесить, закрыть набор, чтобы ним никто не пользовался в отсутствие вас. Зависы пластиковые, внутри металлические вставки. Хорошо держится, инструмент с верхней крышки не выпадает. И хотел бы отметить еще удобную рукоятку для переноски. Вес набора составляет 10,5 кг. На верхней крышке логотип Aloid. Теперь габариты. Ширина 48, длина с рукояткой составляет 38 см, высота 10. Вот такой вот универсальный набор инструментов для вашего автомобиля. И напоминаю за подписку на канал, за оставленный комментарий. При заказе вы получаете дополнительную скидку. Спасибо за просмотр. До свидания.